Всем добра, с вами я, Александр, это канал Алексас Реакшн, и сегодня посмотрим свежее видео в исполнении Пелагеи, современное исполнение доброй старой композиции «Валенки». Это более чем актуально, потому что на дворе еще зима и холода еще впереди. Проходило это на канале «Россия-1» где-то в новогоднюю ночь этого года. Поэтому не затягиваем, приступаем, смотрим, слушаем, а потом уже комментируем. Валенки от Пелагеи. А значит, модные и современные. Я бы сказал, эксклюзивные. Вот такое видео. И Пелагея спела, и Шамана, и группу Собор показали. Что может быть еще лучше? Также я хочу действительно присоединиться к пожеланиям и поздравлениям Пелагеи, присоединяясь, так как это еще до сих пор актуально. Потому что впереди еще у нас будет... Что? Будет, конечно же, старый Новый год. Поэтому... Это еще поздравление актуально, хотя оно звучало, конечно же, в новогоднюю ночь, но мы немножко запоздали, потому что у нас были другие видео с Шаманом, ну и другие исполнения еще с Пелагеей. Поэтому я присоединяюсь к поздравлениям и пожеланиям. Желаю вам всего самого наилучшего в новом году, крепкого здоровья. Самое главное, чтобы здоровье и чтобы все горести и невзгоды проходили мимо стороной. Вот что я хочу еще вам добавить и сказать. А значит, по поводу исполнения. Ну, это же Пелагея, что можно еще сказать по поводу исполнения? Качественно, хорошо и эксклюзивно. Действительно, композиция очень старая. Я не знаю, откуда я ее знаю, но я ее знаю. Честно, я не знаю, откуда. Я не так часто смотрю именно исполнение Пелагеи, но так как вам нравится, я решил все-таки... делать ту же реакцию. Я не разучил эту композицию. Она у меня подсознательно где-то есть. Я когда-то ее во времена СССР где-то еще, наверное,
Бабушки и дедушки где-то исполняли, слушал, и до сих пор я ее помню. Вот как-то так вот. Когда она звучала, я даже не... откуда-то прям вот так взялись и слова и начали петься. Ну, не знаю, честно. Вот. Но на самом деле позитивчиком заряжает. Прям по мне видно, я думаю, что я улыбался, подпевал. Это задорно, так бодро и весело, и в то же время приятно, потому что голос Пелагеи очень приятный. То есть вот это просто коктейль, вот это смешание всего. Это просто мега позитив. Это очень приятная новогодняя ночь и в таком исполнении. Поэтому, когда вы, наверное, смотрели все, вот весь концерт, вот это у вас прям, наверное, было просто очень много эмоций, потому что там и шаман как раз исполнял. Я думаю, что вы зарядились позитивом на весь год. И мы частично сейчас тоже заряжаемся. Мы как раз с этого выступления берем самые сочные, самые интересные, самые вкусные и повторяем, просматриваем, слушаем, чтобы еще подзарядиться, если кто не успел подзарядиться как раз вот этим всем позитивом и всей энергией именно вот этого исполнения вот в новогоднюю ночь. Мне очень нравится, очень нравится. Более я ничего не буду говорить, повторяться или еще что-то. Я думаю, моей реакции было более чем достаточно. Если я подпеваю и показываю вам это, соответственно, вы уже должны понимать, что как минимум, ну, мне это нравится. Но я уже более всего сказал, что это действительно шикарнейшее исполнение. И вот старые композиции, которые взяты и исполнены вот в таком более новом, сочном как раз варианте, это актуально. Актуально. И так много сейчас, конечно, понятно, что много горести, много того всего. Это я все понимаю. Но иногда душа все равно просит какой-то зарядки энергии. Если постоянно ее гнобить, если постоянно хандрить, то и самому можно, как говорится, ласты склеить в итоге. Несмотря на то, что происходит, если постоянно обо всем этом думать, задумываться, на здоровье это хорошо не скажется. Поэтому надо иногда позитив удержаться и слушать какие-то вот такие заряжающие композиции. Спасибо Пелагее за предоставленную композицию. Мне было очень приятно послушать, и я думаю, вам тоже. Поэтому оставляйте комментарии, делитесь о том, что вы думаете. Ну а на сегодня это все. Вам хорошего позитивного настроения. Не хворать, не болеть, горести не знать. И новый старый год отметить, чтобы было все хорошо и вспоминалось, как вы встречали Новый год и как вы были на взрослых каникулах, которые уже пройдут к старому Новому году. Но, тем не менее, вот заряд позитива, отдыха, вот это, думаю, вам останется на весь год. На сегодня был с вами я, Александр, и это канал Alexis Reaction. Надолго с вами не прощаюсь, подписывайтесь на канал, и мы будем встречаться чаще. Всем до встречи, всем пока-пока. Валенки от Пелагеи. А значит, модные и современные. Я бы сказал, эксклюзивные. Валенки, да, валенки, а у меня не подшиты старенькие, а и нельзя валенки носить, а не с чем к милому сходить. Ой, валенки, да, валенки, ох, да не подшиты старенькие, ой, валенки.
как же я любила по морозу босиком.